Сегодня бывшие работники бывшего совхоза «Енисей» написали на своих работодателей заявление в полицию. Ведь с недавних пор невыплата заработной платы является уголовным преступлением. Пока не сдадите комнаты, не получите даже минималку. Ну, люди сдали ключи и все, получили минималку и уехали. То есть многие плюнули уже? Плюнули уже многие. Зампред городского совета Анатолий Коновалов за выходные во всем разобрался. Пока, значит, арендный договор не расторгнут с ООО, вот, совхоз «Енисей». Поэтому сейчас рано говорить, возможно, появятся структуры, которые найдут возможность и интерес участвовать вот в таком мероприятии. Время подходящее. В общем-то, да. То есть, как бы в контексте таких внешних реалий, тем интерес. К инвестициям готовы. Об этом рапортуют аграрии и животноводы из бывшего подсобного хозяйства Додонова. На днях краевое правительство провозгласило новый приоритет – развитие животноводства. И вот глава города срочно знакомится с жизнью додоновской фермы. Если будет в муниципальной собственности наше имущество, я думаю, что можно можно купить эту собственность, приобрести, и тогда мы будем полными хозяевами своего производства. Ёлки, и там вот уже 5 бочков стоит. Чего, не боишься? Все стоят на плитке. Нет, они нормально себя чувствуют, народ нормально относится. Те планы, которые мы поставили по себе и по развитию животноводческого комплекса, то есть по наращиванию поголовья, потому чтобы хорошее мясо было, эти планы нам по плечу. Будем ждать, что дальше будет. Хуже все равно не будет уже. Sorry.